Друзья, всем привет! Сегодня мы опять в нашей теплице. Хочу вас познакомить еще с одним другом, которого мы сегодня тоже заразим. Ну, этих друзей вы знаете уже. Вот они какие тут по недосмотру. Я на работе, а мои проглядели. Таких несколько бульбашей тут у меня висит. Вот они, видите? О, окей. Ну, этот еще не сильно здоров. Вот этот, конечно, передостили. Тут тоже такой вариант. Грязь? Нет, да, грязь. Вот он. Еще больше, смотрите. Этот чуть такой. Ну, вот в среднем вот такие они вырастают. Вот он, огурчик. Завязи есть. Этого друга вы знаете, наверное. Я уже вам показывал. Блин, в камеру не помещается. Вот так вот с ними. Этот вообще сантиметров 35 вырос. И вот они завязываются, так растут. Этих мы, вы знаете, друзья, я вам уже их показывал. Это китайский император. Вот кого мы сегодня заразим. Это называется у нас блондин. Смотрите, какого он цвета. Светло-зеленый и к ножке такой потемнее. Как мраморные эти арбузы. Вот. Вот этот вырос давно. Я думал, он еще подрастет, но он чуть не подрос. А этот его догнал буквально за 2 дня. Вот еще один. Вот такие вот огурчики, что я вам хотел показать сегодня. Зарежем. Называется блондин. Я их еще сам не пробовал. То сейчас сразу, наверное, снимем пробу. Узнаем, что он там на вкус. Вкусный, нет. Не сильно колючий. По сравнению с другими. Вот они дорастают, огурцы, до верха. И вот так я их пускаю навстречу друг другу. Один туда, один сюда. Потом прищипну, и пойдет с пасынков только. Вот видите, на пасынках огурчики. Ну, что можно сказать. Интересный вкус. Можно сказать, необычный такой, очень нежный огурчик, какой-то такой привкус, какой-то есть привкус, как травы какой-то пряной, ну не трава. Вот он, видите, маленький как завязывается этот огурец. Вот мы и дождались блондинчика. Сняли первый. Ну, вот император китайский. Вот он так завязывается. Ну, что могу сказать? Ничего, вкусненький. Вот он. Блондин. Так он выглядит. Написано, что салатный. Ну, мне кажется, и в банке пойдет. Он не сильно огромный, не то, что вот этот. И то, говорят, китайский император его тоже крошит. В банке закрывают. Мне кажется, блондин-то точно в банке пойдет. Интересно, его будет закрыть. Один блондин, чтобы был в банках. Будет интересно, прикольно. На вид. Все, друзья, всем спасибо. Всем хороших урожаев. Всем спасибо. Всем пока.